Прям old school. Даня, погнал! Наверное, так, конечно, нельзя, но я зашел не только на стадион. Ну что, ну куда ты, прорыв на поле официально был? Неожиданно, да? Рассказывая о Беларуси, большинство россиян в первую очередь отмечают чистоту. Я же выделю еще расстояние. Здесь, благодаря тому, что все близко, можно за один день при большом желании сгонять сразу на два футбола в двух разных городах. Этим я сегодня и займусь. Причем это не для галочки. Оба футбола на самом деле заслуживают внимания. Сначала поеду в Жодино и тебя с собой возьму. Там местная Торпеда играет с Динамо, обе команды борются за золото. Причем Торпеда ни разу чемпионом в своей истории не становилась, а Динамо не выигрывал трофей уже 19 лет. А потом сгоняем вместе с тобой в Борисов, где Батэ будет играть против солигорского Шахтера. Ну и если с Батэ все понятно, то про Шахтер мы мало чего знаем. А между тем, это бессменный чемпион последних нескольких лет в Беларуси, который немного заигрался, почувствовал себя Ювентусом и теперь за это расплачивается. И это реально крутая история, но давай все-таки обо всем по порядку. Но признаюсь сразу, я не эксперт в белорусском футболе, мне вот Лужники куда ближе и понятнее. В моем видео эмоции, впечатления и вообще взгляд со стороны. А если ты хочешь глубже окунуться во все, что связано с белорусским футболом, я рекомендую канал «Родный футбол». Там парни подробно и со знанием дела раскладывают по полочкам внутренние делишки, делают прогнозы, делятся какими-то экспертными мнениями и просто делают качественный, крутой контент. В общем, предлагаю такой план действий. Сначала досмотри мой видосик, а потом иди на канал «Родный футбол» и зацени, что у них там есть. Давай, переходи, ссылку оставлю в описании. Мы на заводе «БелАЗ». Неожиданно, да? Погнали смотреть. Как в Москве «Торпеда» изначально это команда завода «ЗИЛ», так и в Жодино команда «Торпеда» — это команда завода «БелАЗ». Вообще «БелАЗ» — это завод мирового уровня. Они поставляют карьерные самосвалы более чем 70 стран мира. Карьерные — это где всякие полезные ископаемые добывают. И около трети вот этих вот карьерных самосвалов делают именно здесь, в Жодино. Ну и всякий другой тяжелый транспорт они тут тоже делают. Но, конечно, эти карьерные самосвалы — это главный хит, и просто офигеть, какое впечатление. Грузоподъемность самого большого в мире самосвала. Вот он, если что, 450 тонн, там 100 слонов можно провести. Логично, что он внесен в Книгу рекордов Гиннесса. Чтобы ты понимал, чтобы вот эта малышка работала, которая в Книгу рекордов Гиннесса занесена, нужно 5000 литров бензина, и на каждое колесо нужен отдельный мотор. А 5000 литров бензина заливается за 2 минуты. За выход в серию А Берлускони обещал своим футболистам автобус с девушками, ну ты понял. На таком грузовике, наверное, можно всем болельщикам подогнать было бы. Зацени технологии. Вот этот самосвал, он еще и троллейбус, типа часть пути, он может ездить вон на рожках, вон они, опущены сейчас. Площадь завода около 100 футбольных полей, так что экскурсия проходит на автобусе. Ну, типа, ты выходишь, такое у тебя есть свободное время, можно все посмотреть, но в целом пешочком это не обойти. Бурными темпами стала развиваться горнодобывающая промышленность. И стране уже стали нужны машины высокой грузоподъемности. Таким образом, в 1958 году Дормаш преобразуется в белорусский автомобильный завод. Вот с 1958 года мы стали называться официально БелАЗом. На заводе работает около 9000 человек. Это при том, что население города 64 тысячи. То есть примерно каждый седьмой человек работает на заводе БелАЗ. Короче, я водителем этой штуки хочу быть. Экскурсия стоит 30 белорусских рублей, это примерно 1000 на наши. Записаться можно на сайте, у них там есть электронная почта, просто пишешь им, записываешься на нужную тебе дату. Либо можно просто прийти к проходной, тебе не откажут. Народа где-то человек 40 в группе, ну, довольно-таки много. Если честно, я вообще не ожидал. Очень популярна, походу, эта тема, эта экскурсия на завод. Ну, реально оно того стоит, я прям советую. Дополнительно, примерно за пару тысяч рублей можно покататься на самосвале. Я что-то денег зажал. У них тут даже свой фан-шоп есть, ну, сувенирный магазин, то есть. И атрибутика торпеды, конечно, идет совсем мало, но если надо, оно только тут продается. Ну все, рабочая смена закончилась, 4 часа. Трудовой народ валит с работы. Скоро футбол, погнали тоже. До Жодино можно доехать на электричке, ехать где-то 1:10. Бонус олдскульная собака, прям таких давно не было. В Москве уже не такие ездят. Стоит рублей 50 где-то на наши деньги.
Прям old school. В целом Жодино, кстати, уютный небольшой городок, такой провинциальный, понятное дело, но больше похож на какую-нибудь провинцию типа в Литве или в Польше, вот, не в России. Так что если будешь в Беларуси, советую в Жодино сгонять, тут прикольно. Ну, конечно, смотри на прогноз погоды. А еще пацаны сипи, это обман. Капюшон не работает, от дождя не спасает, блин, обидно, за что я деньги потратил. Здорового человека. 150 рублей. Далее у нас есть стадион Торпедо с новейшим покрытием. Как ты уже догадался, завод «Белас» — это спонсор местного Торпедо. Причем здесь не как в Москве. Завод по-прежнему спонсирует команду и позволяет команде вообще неплохо себя чувствовать. Например, в этом сезоне они за золото борются. Прямо сейчас прошла уже половина чемпионата, и Торпедо идет на третьем месте, отстает от лидеров на 4 очка. Лидеры Минская «Динамо», и сегодня как раз именно они приезжают в гости в Жодино. Так что сегодня, как говорится, матч за 6 очков банально, но это правда так. Про «Динамо», кстати, я делал видос. В прошлом туре они обыграли «Белшину» 7-2, я был на этой игре. Посмотри, если еще не видел, там интересно. Я приехал за несколько часов до начала игры, и, блин, чем мне нравится Беларусь, тут все открыто вообще, делал, что хочешь. Наверное, так, конечно, нельзя, но я зашел не только на стадион, а даже и на крышу стадиона. Круто, на крыше стадиона я не был ни разу, мне нравится, вид офигенный. Стадион Торпедо такой олдскульный, на 6500 две трибуны по центру, и это все. Чем-то напоминает, на самом деле, старый торпедовский стадион в Москве. Ну, в принципе, 6500 для такого городка, это более чем достаточно. Очень уютный стадион такой, ухоженный, прям лайк. Ну куда ты, блин? Давай лайк ставь, пиши комментарий, сколько можно. Портить не будем, но прорыв на поле официально был. А кстати, для дерби я бы не сказал, что очень много народу. За 10 минут до начала игры трибуны ты сам видишь. В кассе вот очереди практически нет. 5 рублей стоит билет, билет бумажный, как я люблю. Бонусом попадаешь, вон, становишься звездой, попадаешь в камеру сразу на входе. Как раньше у нас было. Поскольку клуб Торпедо Белас, они сильно не заморачивались и сделали маскотом белку. Ну, норм, чё. Привет. Футбольный клуб появился в Жодино в 61 году, изначально они назывались «Ракета», потом «Автозаводцы», «Торпедо», «Белас», опять «Торпедо», и вот с 2011 года они называются «Торпедо Белас». В 2020 году жодинцы взяли бронзу, в сезонах 15-16 и 22-23 выигрывали Кубок Беларуси. Собственно, это все достижения черно-белых, но за последние пару лет получается два кубка. Не так-то и плохо для скромной команды из небольшого городка. Пару слов о самом Жодино накидаю, да, наверное. Это город Минской области, на 60 примерно тысяч человек, ехать на собаке час 10. Он такой уютный и вообще неплохой вполне себе, по крайней мере в центре. Все такое покрашенное, свеженькое. Напоминает провинцию не российскую, а какую-нибудь там литовскую или польскую. Тут и во время игры тоже демократия. Можно прямо к полю подойти, если немножечко наглости набраться. Народу, я бы сказал, наверное, 1003. Трибуна основная, которая под крышей, ну, практически там полная, процентов на 80. Вторая пустая, вторая фанатская. Про фанатов сейчас скажу. Активных фанатов, как ты заметил, на футболе сегодня нет. Их нет уже, собственно, больше 2 лет. Они с конца 2000 года бойкотируют матчи по политическим причинам. Нет ни «Торпедо», ни «Динамо», никто из крупных движений на футбол не ходит. Официально они говорят, что они не будут ходить на футбол до полной победы народа. Проблема в том, что никаких протестов больше нет. Кажется, что все затихло, и получается, что чего, фанаты просто больше не вернутся никогда на футбол, что ли? Не хотелось бы, как-то грустно звучит. Жодинские фанаты, что логично, дружат с торпедами из других городов. Это вот Минская «Торпедо» дружит также с московским, с владимирским. У них есть свои там «Заряд».
свои футболки там общие, ездят друг к другу в гости, в общем, торпеда worldwide. Стадиончик, кстати, у торпеды вполне себе такой уютный, мне нравится. Видно, что он, конечно, не богатый клуб, но для второй лиги очень даже. Кстати, у тебя есть какие-нибудь любимые стадионы каких-то команд из низших лиг? Напиши в комментариях, что тебя зацепило в последние там несколько лет. Ладно, возвращаемся в Жодино. Вон за мной фанаты «Динамо» Минск, так что какие-то фанаты есть. Что ты скажешь, свято место пусто не бывает. Долголетние вот эти бойкоты, они ни к чему хорошему не приводят, я не знаю. Надо какой-то, наверное, компромисс находить. Ну, это я со своей колокольни фанатам, наверное, виднее. Но молодежь все-таки хочет, типа, где-то выплескивать эмоции, образовываются новые группы, гоняют на выезда. Кстати, на домашке их было даже меньше, чем сейчас на выезде. Некоторых я уже в лицо узнаю, ребят там, типа, заводящих. Такие дела, не знаю, какие тут могут быть выводы. Понятное дело, что к основной фанатской движухе они не имеют отношения и не будут иметь. У торпеда там, кстати, тоже человек, типа, 10-20 есть, но это совсем школьники, совсем молодежь. Тоже, типа, не фанаты, которые раньше ходили на футбол. А еще лет 15 не видел паленые кепки Барбери, паленые шарфы. Вот эти Барбери, помнишь, раньше в России носили. Здесь этого полно. И вообще, очень, кстати, большой процент людей на трибунах, это какие-то совсем дети, причем такие вот, то, что называются карлики у нас. Типа такие вот в паленых шмотках, Ральф Лорен, Лакоста, Фред Перри, вот это все. Очень прикольно, как будто реально какие-то там начало нулевых вернулся. Надо сказать, что «Динамо» набрало ход, и в прошлом туре разобрало, просто бил шины 7-2. Причем они продолжили забивать уже, когда и результат был сделан. Например, добавленное время они забили 2 гола. Я думаю, торпеду сегодня придется тяжело, но если хочешь претендовать на золото, надо как-то вывозить в таких матчах, что делать. Блин, вот огромный косяк, у них вообще нету атрибутики. Вот где попкорн, здесь продаются вымпелы. Девчонки, которые продают попкорн, говорят, что что-то еще было, но все закончилось, остались только вымпелы. Еще первый тайм идет. И все, и больше негде купить. Обидно. Еще по поводу атрибутики, мне тут знающие люди сказали из числа местных, что атрибутикой клуб не имеет права торговать, потому что у них лицензии нет, офигеть. Вот такие вот приколы. И типа только частники продают ее, поэтому они быстро все распродают и ничего не остается. По нулям после первого такая упорная вязкая борьба, в принципе, моментов практически нет, но я бы сказал, что торпед чуть посильнее. Не знаю, интересно, как закончится, мне кажется, и туда может качнуться. Но я бы вот, наверное, на 0-0 поставил. Сейчас 7:20, матч торпед-динамо перерыв, а через час небольшим в Борисове начнут играть Батэй и Шахтер. И надо выбрать, либо досмотреть здесь игру торпеды динамо и узнать, чем она кончится, либо поехать в Борисов и успеть к началу игры. Как думаешь, что я выберу? Ну что сказать, мне очень нравится стадион в Борисове, хотя я тут уже был, как, впрочем, и на торпедо. В общем, я решил приехать сюда к началу игры, потому что я еще обещал тебе рассказать про косяки Шахтера, а тут нужно время, чтобы разобраться во всей этой ситуации. Вот, а результат матча торпедо-динамо, вот, смотри, такие вот чудеса монтажа. От стадиона в Жодино до стадиона Борисов-Арены ехать всего 20 минут. И здесь работает Яндекс.Го, поэтому буквально сел в такси, 20 минут, ты в Борисове, футбол, давай, погнали. 13-тысячная Борисов-Арена открыта 9 лет назад, и мне она напоминает стадион в Раменском. И помимо того, что она очень компактная, это я чуть позже покажу, она еще и находится в лесу. Это очень круто и уютно как-то, не знаю, добавляет какой-то душевности. Ну и фасад просто космический. Борисов-Арену спроектировала славянская компания, а за образец они взяли стадион в Мариборе. Сравнение и правда похоже. Ну и, конечно, в отличие от Жодина, в Борисове есть полноценный фан-шоп. Гол заценим. Кстати, фан-шоп не сказать, что очень большой, но в целом все есть. Там футболочки стоят в районе где-то до 3000 рублей игровые. Есть детская, есть всякие сувениры типа значков, шарфов. В 2008 году Батэй первым из белорусских клубов прошел в групповой этап Лиги чемпионов.
Тогда стадион, как выяснилось, их тот прошлый, не соответствовал требованиям. Они не смогли сыграть матчи Лиги Чемпионов у себя дома. Сыграли в Минске, на главном стадионе в Беларуси. Про него у меня отдельный видос есть. Я, конечно же, рекомендую его посмотреть. А в той Лиге Чемпионов в гости к Батэ приехали Ювентус, Мадридский Реал и Зенит. В честь руководства клуба они уже через там сезончик признали свою оплошность и сказали, что будут строить новый стадион. Ну и в кассу очередь побольше, чем в Жодино, вон, сравни. Своего существования Борис Фарена видел, например, Барселону, Рому, Порто, Фиорентино, сборные Испании, Украины, Мексики. И это при том, что вообще-то Батэ в последние годы не является топ-клубом Беларуси. И тут мы плавно и непринужденно подходим к истории Шахтера из города, название которого будет особенно актуально в Питере. Шутки за 300 на этом исчерпаны. Теперь давай серьезно. 2000 года чемпионом становится исключительно Шахтер, а Батэ не был чемпионом уже 6 лет. С 2000 года Шахтер был чемпионом 2 раза. Так, стоп, с 2000 года прошло уже 3 чемпионата, да? Что-то не сходится. Дело в том, что у Шахтера отобрали чемпионский титул 22 года. Причина банальна – стимулирование и подкуп соперников. В частности, под прицел попал матч, чемпионский матч Шахтера против Белшины, где они выиграли 4-1. Результат того матча был аннулирован, и, собственно, это и стало основной причиной для санкций против Шахтера. Ушедший в Ахмат бывший тренер Шахтера Сергей Ташуев уверяет, что ни в чем таком его парни не участвовали. И также отмечает, что до матча с Белшиной он уже ушел из команды. Но при этом он подчеркивает, что игра с Белшиной была довольно-таки простой. Они бы, ну и окончание сезона было простым, они бы и так чемпионство выиграли бы. Футболисты Белшины также не признают факта сдачи игры. А помимо Белшины и Шахтера, наказание получил также Энергетик БГУ. Это минский клуб, который в том сезоне занял второе место. Федерация футбола Беларуси так и не объяснила, за что конкретно наказаны эти три клуба. Но, насколько я понимаю, за договорники между собой. Посмотри, кстати, еще раз таблицу. Кажется, что Энергетик БГУ не вывезет. А вот Шахтер и Белшина, я думаю, останутся в высшей лиге. А ты что думаешь? Напиши в комментах. И понятно, что помимо санкций для клубов были и персональные наказания. Некоторые футболисты и функционеры вот этих трех клубов получили баны от полугода до пожизненного. Пожизненный бан получил в том числе известный для нас по выступлениям за волгоградский «Ротор» Владимир Нидергаус, который был менеджером солигорского «Шахтера». С каждого клуба сняли очки, но с каждого разное количество. «Шахтер», например, этот сезон начал, имея минус 30 очков в своем пассиве. И сейчас, к 14-му туру, они имеют 9 побед, и у них минус 6 очков. Понятно, что «Шахтер» — это сильная команда, они, скорее всего, не вылетят, но не все такие сильные. Но это еще не все. Позднее выяснилось, что это не Святая Троица скрывала финансовую отчетность, и по-хорошему за это их могли лишить лицензии. Но решили по классике, уже по отработанной схеме, тупо снять с них очки. Шахтеры, например, сняли 5 очков. По их меркам мелочь вообще, ерунда. В итоге в сезоне 22 вообще не оказалось чемпионства, а в этом сезоне получить титул имеют возможность клубы, которые никогда или вообще, или очень давно не выигрывали золото. «Динамо» Минска не выиграл 19 лет. Жодинская «Торпеда» и Гродненский «Неман» не выигрывали золото вообще ни разу. Фух, сложная, запутанная история. Можно и пивка всадить. 120 рублей по трибунке здесь пивко. Алкоголь, да? Драники это еще не все, здесь еще и роллтон готовят. Посмотри, я пока пивко выпью.
Как считаешь, кстати, у кого больше шансов взять трофей в этом сезоне? Я, конечно, не сильно шарю за белорусский футбол, но скорее думаю, что «Динамо» чемпионом станет. Хотя в глубине души буду болеть за «Торпедо». Нравится мне что-то Жодино и стадион, но там, правда, уютно. И еще моментик. В прошлом сезоне «Шахтер» официально отстранили от участия в Лиге чемпионов, но в этом году они продолжают играть в кубке и теоретически могут в Еврокубке пробиться. Не знаю, что будет в таком случае. Пустят их играть или нет? Последим за этим. Что же касается Батэ, если тебе еще интересно, то это все еще самый титулованный клуб Беларуси. Причем с большим отрывом. У них 15 чемпионств, 5 кубков и 8 суперкубков. В честь 15 чемпионств у них 3 звезды над эмблемой. Солидно это выглядит. И также это единственный клуб до сих пор Беларуси, который пробивался в групповой этап Лиги чемпионов. Надо сказать, что этот сезон вообще один из самых худших в истории Батэ. Сейчас они идут на 6-м месте, до первого места 12 очков. А вообще-то они обычно занимают либо второе, либо третье место все последние годы. Там буквально в паре очков от Шахтера. Но в этом году, походу, они могут даже в тройку не попасть. Я не знаю, напиши в комментариях, как ты думаешь, смогут они все-таки в тройку призеров попасть или нет. Надо сказать, что Батэ — это довольно молодой клуб. Они появились при заводе автотракторного оборудования только в 73-м году, а в 84-м году их расформировали. Клуб возродился в 96-м году. Сразу же за два сезона в 98-м году он поднялся в высшую лигу и через год уже взял свое первое золото. И, кстати, тогда, в 99-м году, в чемпионском году для Батэ, за них выступали Александр Глеб и будущий тренер Батэ и ЦСКА Виктор Гончаренко. Кстати, уже буквально вот-вот Батэ предстоит выезд в Албанию на матч отборочного раунда Лиги чемпионов против Партизани. Мне кажется, будет очень сложно. Сейчас вот будущее Батэ вообще не выглядит безоблачным. Они с огромным трудом обыгрывают Шахтер Солигорский 1-0. Но я не знаю, если честно, вывезут они или нет. Ты-то уже можешь посмотреть. Видос вышел попозже, можешь проверить, смогли они пройти Партизане или нет. Ну вот так вот добавленное время. Батэ на контратаке чуть не забил второй гол. Но правда они сейчас будут бить пенальти и красная карточка игроку Шахтера. Кажется, дело сделано. На этот раз они должны выиграть. У Шахтера кончились замены, поэтому пенальти будет отбивать полевой игрок. Ну как отбивать, пытаться, я не знаю, насколько это возможно. Футбола, еще и завод за один день. Это я что-то прям устал, тяжело. Зато эмоций полно. Мне на самом деле очень понравилось. Надеюсь, тебе тоже понравилось. Там давай лайки ставь, суету наводи. Мне теперь на собаке еще 2 часа пилить в Минск. Давай, пока, скоро увидимся.